А какая машина вас подрезала? Десятка, вон стоит. Ага, то есть он с места не ушел, он? Я его поймал, я обежал, словил его. Ага, то есть он пытался уйти, да? Красный свет помешал. А как было дело? В какой полосе вы были? Во второй полосе. Так, двигали в сторону центра. Он выходил с развязки, не уступил дорогу и... Хотя ничего не мешает, он ничего, вас вполне мог совершенно, видеть. Да, конечно. А что он сказал? Ну, наверное, почему? Не увидел. К сожалению, водитель и пассажир десятки от каких-либо комментариев отказались. Ну, естественно, женщина говорит, что водитель Митсубиши двигался очень быстро. Но она забывает о том, что, выезжая на главную дорогу, водитель ее должен был пропустить машину по главной.